сом прошел против воды, вот буквально вот получается так, сом взял в принципе на песку с той стороны, на той стороне реки, прошел практически дальше за той мыс, ну вот метров 20-30 туда, потом обратным ходом развернулся и обратно я его держал и прошел, вот там пацан ловит спиннинговые, и прошел практически вон до тех кустов, там осталось метров 50-100 до моста. И только там выдубил. Вот. Ну, вся эта песня длилась примерно минут 30, может 40, ну не знаю я. Вот. Ну, уже мне там вопрос стоял, или сама возьму, или не возьму. Поэтому я просто стал зажимать фрикцион, еще и рукой придерживать. Пришлось снова голыми руками брать. Ну, правда, не своим, я помог тут один мужик из деревни. Услышал меня буквально практически, если прикинуть, не меньше, чем полкилометра. Но орал, добрый орал, раз почул. Коля придержал, я подхватил, перехватились, а то и наверх. Вот. И выдубили наверх на обрыв. Ну, бачите сами, какие обрывы. Зловил я на эту спиннинга сама. Тест. 15.40. Зловил я на головку 18 грамм. О. Крючок, наверное, Камацу, не знаю я. Нормальный. Вот на этого я зловил. А вот, допустим, вот этот крючок. Вот. Если видно вот в камеру, здесь зубы сама остались. Вот. Но это я сошел у меня сом буквально за сутки до поимки этого. Ну, килограммов 20. Я таких выпускаю, в принципе. Он маленький, сколько он? 300 грамм от силы. Это прошлогодка, судачок.